Добрый вечер. О главных событиях уходящего дня рассказывают корреспонденты агентства «Хабар» в студии Патагоз Сарпулова. В Армении в эти часы проходят встречи на высшем уровне. В Ереване переговоры ведут лидеры стран ЕАЭС, участники Высшего Евразийского экономического совета. А в преддверии этого события первые лица государств поговорили в неформальной обстановке и даже делали селфи. На одном из фото кажется несколько удивленный или не успевший своевременно отреагировать на ситуацию Сооронбай Жээнбеков и Игорь Дадон. А на втором фото прекрасно все. Быть может, хорошего настроения участникам действа добавлял автор группового портрета премьер-министра Сингапура. Он прибыл в Армению, чтобы документально подтвердить желание города-государства сотрудничать с ЕАЭС. Зарина Ахмеджанова знает официальные подробности встречи на Баграмяна. У парадного входа в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встречал лично Никол Пашинян. И самое примечательное, что и транспорт, на котором передвигается по Еревану, глава нашего государства под номером 001. С утра концентрация представителей средств массовой информации по известному каждому жителю Армении адресу на Баграмяна 26 была максимальной. На квадратный метр перед резиденцией приходилось по несколько журналистов. И это вполне закономерно, учитывая значимость этого заседания глав государств Евразийской пятерки. За круглым столом собрались Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Игорь Дадон, глава страны, наблюдателя ЕАЭС. Разговор, на который по программе выделены 1,5 часа, прошел за закрытыми дверями. Впрочем, повестка дня была уже известна. Это и вопросы пошлин внутри Союза, формирование общего финансового рынка и расширение географии международных торговых связей. Но сегодня перед экономическим союзом стоят серьезные вызовы, которые нельзя игнорировать. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных торговых партнеров Европейского Союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас. В текущем году мы уже наблюдаем сокращение товарооборота. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%. Взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до 28 миллиардов долларов. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция. Для развития евразийской интеграции нужно реагировать не только на внешние факторы, но и эффективно решать сложности на внутреннем рынке. Глава государства обозначил 6 проблем. Административные барьеры, слабые позиции суда ЕАЭС. Касым-Жомарт Токаев также отметил важность цифровизации всех процессов и внедрения передовых технологий, что в конечном счете позволит союзникам производить конкурентные товары. Президент Казахстана, как и положено опытному дипломату, призвал партнеров к усилению сотрудничества с другими международными организациями. Союз сегодня стал авторитетным объединением в глобальном масштабе. Перспективная тенденция видится в том, чтобы выстраивать связи Союза с крупными международными организациями АСЕАН, ШОС и другими. Считаю важным продолжить работу по развитию торгово-экономических связей с новыми растущими партнерами. При этом, конечно же, важную роль играет не количество, а качество. ЕАЭС постепенно усиливает экономическое присутствие в мире. И вот итог завершения 2-летних переговоров о подписании соглашения о свободной торговле между странами евразийской интеграции и городом-государством с сильнейшей экономикой из Юго-Восточной Азии. Для того, чтобы подписать документ о сотрудничестве, в Ереван еще в субботу прибыл премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. За 6 месяцев объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Сингапуром превысил 116 миллионов долларов. Партнерство в формате торговля товарами плюс услуги плюс инвестиции предполагает освобождение от ввозных пошлин товаров из ЕАЭС. Соглашение станет ключом на рынке АСЕАН с населением 600 миллионов человек. То есть к нашим товарам будут применяться такие же нормы, как действуют в Сингапуре для своих собственных товаров. То есть это, конечно же, большой плюс, в первую очередь, для наших предпринимателей, которых
хотят торговать и имеют какие-то потенциал к наращиванию торговли именно Сингапуром. На сегодня у нас, если не ошибаюсь, товарооборот заключается в поставках именно металлоизделий, каких-то нефти. Уже в конце этого месяца, с 27 числа, начнет действовать зона свободной торговли с Ираном. Сам президент Исламской Республики был приглашен на заседание Высшего Совета в качестве почетного гостя. География же торговой интеграции будет и дальше расширяться, ведутся переговоры с Китаем, Сербией, Египтом и Индией. При этом Никол Пашинян, премьер-министр Армении, государства, председательствующего в этом году, призвал пересмотреть ключевые моменты в торговле на рынке голубого топлива. Считаем необходимым активизировать совместные усилия, направленные на формирование благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС. Несмотря на позитивную динамику, есть сферы, в частности рынок газа, где товары стран ЕАЭС традиционно предлагаются не в национальной валюте стран Союза. И поэтому вопрос максимального расширения поля для взаимодействия в национальных валютах должен быть в числе наших приоритетов. А пока работы и, самое главное, перспектив у Евразийского экономического союза много. И сейчас можно констатировать еще один факт. Атмосфера и градус сегодняшней встречи были, как и погода в Ереване, не просто безоблачными, а очень даже теплыми. А это еще раз говорит о том, что союзников по ЕАЭС ждет не короткая дистанция, а долгий путь, укрепленный экономическими связями. Зарина Ахмеджанова, Алибек Алиев, Дулат Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента из Армении. Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета Хасым-Жомарт Токаев провел несколько двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. У двух государств серьезный бэкграунд, крепкие дружеские отношения на самом высоком уровне были заложены еще в 90-е годы. Сегодня сотрудничество осуществляется на всех уровнях. Мы с нетерпением ждем вашего визита в Казахстан в любое время. Это хороший шанс для обсуждения ряда вопросов и укрепления двухсторонних отношений наших стран. И, конечно, расширение сотрудничества Евразийского экономического союза и Сингапура для нас очень важно. Я планирую посетить Казахстан в ближайшее время и надеюсь, что вы совершите ответный визит в Сингапур. И сегодня же состоялась первая официальная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана Хасаном Рухани. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и развития торгово-экономических взаимоотношений. Акцент был сделан на реализацию совместных проектов. Иран – наш добрый сосед, у нас сложились давние хорошие отношения. Большой вклад в это сделал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Теперь моя цель – придать новый импульс двусторонним отношениям. И сегодня состоится большое событие. Иран подпишет соглашение о создании зоны свободной торговли. Об увеличении взаимного товарооборота президент нашей страны говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники отметили, что сторонам необходимо углублять и усиливать торгово-экономическое сотрудничество. Пока же объемы торговли небольшие. По итогам прошлого года страны наторговали между собой на 13 миллионов долларов. Желание развивать сотрудничество между нашими государствами очень большое. Тем не менее, существуют объективные, ну и в некоторой степени субъективные причины, которые препятствуют развитию прежде всего торгово-экономического сотрудничества, поскольку политическая воля налицо, но нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Поэтому особые надежды возлагаются, естественно, на работу совместной межправительственной комиссии. Конечно, в последние годы наши торгово-экономические отношения активизируются, но я думаю, что есть потенциал намного больше, и мы должны поработать, чтобы реально использовать этот потенциал во благо наших стран, наших народов. И Евразийский экономический союз открывает новые возможности для бизнеса и Казахстана, и Армении. Я надеюсь, что мы поможем нашим бизнесменам сотрудничать все больше и больше.
Другим темам. Уже неделю жители Жезказгана остаются без холодной и горячей воды. Горожан предупреждали о плановом отключении, но чиновники обещали, неудобства закончатся через 2 дня. Вот холодную воду отсутствует, горячую воду отсутствует. И так у нас длится уже больше недели. Без воды десятки домов. Где-то из-за низкого давления она не поступает на верхние этажи. Видео с жалобами жезказганцев продолжают поступать в нашу редакцию. По их словам, подвоз воды тоже нерегулярный. В акимате Жезказгана пояснили, на водоводе в 70 километрах от города проходили ремонтные работы. И при запуске системы произошли порывы. Последний до сих пор устраняется. Водопроводные сети города изношены на 70%. Немедленно разобраться с проблемой потребовал аким области. Номер один вопрос сейчас стал. Мы говорим о готовности к отопительному сезону. Какая готовность? Холодной воды нету в домах, чтобы все вопросы были решены. Чтобы на всех этажах, во всех домах многоэтажных вода была. И чтобы подвоз воды был в полном объеме. У меня в приемной скопилось огромное количество звонков поступило. Именно по качеству работы даже ваших организаций, которые занимаются подвозом воды. Абсолютно. Начало отопительного сезона обернулось угольным ажиотажем на востоке страны. Твердое топливо не могут поделить розничные торговцы и перекупщики. Въезды на склады блокируют водители грузовиков. Стоящих во главе угля и искусственно провоцирующих его дефицит искал Вячеслав Петлугин. На угольных складах очередь настолько живая, что водители грузовиков готовы таранить впереди стоящие машины. Каждый хочет загрузиться первым. С началом отопительного сезона на угольных тупиках Усть-Каменогорска образовались большие пробки. Создали их так называемые таксисты, водители большегрузов, предлагающие доставку твердого топлива населению. Скажите, а сколько вы стоите в очереди, сколько ждете? С вчерашнего вечера ночуем здесь. А вы как, услуги такси оказываете по доставке угля или нет для себя все-таки? У меня ИП, очень налоги. И таких налогоплательщиков, да еще и с патентами на доставку угля, в этой очереди единицы, уверены диспетчеры склада. Они все, кто стоят в очереди, не все таксисты там в основном. За доставку твердого топлива в окрестности Усть-Каменогорска угольные перекупщики берут от 18 до 30 тысяч тенге. А это вдвое выше средней цены угля. Здравствуйте. А уголь как загрузиться? Ну, в город нам надо уголь привезти. Мы их называем таксистами. Они просто-напросто все друг друга знают. Они не пропускают никого. Один останавливается. Я сейчас буду разговаривать, я встречу этого, недок здесь. И он всех своих знакомых, человек 7-8 запускает. И получается, очередь стоит. Вмешиваться в бизнес, связанный с доставкой угля, чиновники не планируют, да и нет полномочий. Но максимально легализовать его все же намерены. Полицейские, налоговики и представители акиматов начали формировать пул официальных розничных поставщиков угля. Юридическое либо физическое лицо, имеющее в наличии большегрузный транспорт, должен устанавливать свои размеры платы за перевозку угля 1 тонны в пределах там определенного коридора. На сегодня, насколько я знаю, этот коридор по городу Семи принят от 1200 тенге, максимум до 1800 тенге за тонну. Водителям больших грузов предлагают оформить патенты на поставку угля и оказывать транспортные услуги по строго фиксированной цене. Взамен им гарантируют беспрепятственный доступ к угольным складам. Вячеслав Ветлугин и Аслан Тулепов. Итоги дня. Усть-Каменогорск. И продолжение темы. На востоке страны цены на уголь одни из самых низких по Казахстану. Тонна этого топлива здесь стоит от 9,5 тысяч тенге. На севере республики его стоимость доходит до 16,5 тысяч тенге за тонну, в зависимости от месторождения угля. В Костанае и Караганде цена варьируется от 10 до 14 тысяч. В Павлодаре и Кокшетау от 12 тысяч. В Актобе тонну твердого топлива можно купить за 15 тысяч тенге. Жители столицы до конца года присоединятся к системе электронного КСК. Благодаря программе горожане смогут контролировать, куда и на что тратят деньги, обслуживающие их дома компании. Пока же люди все чаще жалуются на отсутствие прозрачности в работе КСК. Во многих домах в плачевном состоянии фасады, инженерные сети, неблагоустроенные дворы. Вы собрали 900 миллионов тенге. 900 миллионов, это почти миллиард. Естественно, народ жалуется. Поэтому мы говорим, давайте на электронный КСК перейдем, чтобы отчетность была. Деньги собираете, вы жильцам скажите, на электронную почту отправляйте, куда деньги потрачены, на что, и на что вы собираете, и какие проблемы вы хотите решить.
А в Уральске некоторые дома, похоже, так и не увидят ни КСК, ни жильцов. В центре города уже несколько лет возвышаются недостроенные здания. Они не только портят архитектурный облик, но и представляют опасность для жителей. Как чиновники будут решать проблемы долгостроев, выясняла Роза Сатканова. Это здание расположено вблизи центральной площади и по соседству с городским акиматом. Недостроенное здание уже который год портит архитектурный облик города. А это на набережной Уральской, рядом с областным департаментом полиции. Планировал, что это будет 82-квартирный жилой дом. Однако стройка затянулась лет на 10. И когда она завершится, и завершится ли в принципе, никто не знает. Подрядчик – столичная компания. Для строительства взяла кредит в печально известном банке «Астана». Рассчитаться планировали после завершения работ. На деле же цены на товары и услуги подскочили. И в смету застройщик не уложился. Платить кредит было нечем. Не на что было и закончить работы. Приостановление выплат со стороны банка, оно как бы повлекло, естественно, приостановление и с нашей стороны договорных отношений с подрядчиками. Одна проблема повлекла за собой кучу других проблем. Мы не смогли вовремя рассчитаться с нашими подрядчиками. Деятельность компании оказалась полностью парализована, когда банк подал на строителей в суд. Стройка приостановилась, а счета оказались арестованными. Сейчас объект выставлен на торги. Оценивают его 240 миллионов тенге. Однако желающих приобрести его до сих пор нет. Имеет задолженность своим работникам свыше 10 миллионов тенге. Имеется арестованное имущество, недострой. Данное имущество неоднократно выставлялось на торги, однако потенциальных покупателей до настоящего времени нету. Новые владельцы должны будут провести техэкспертизу. За время простоя конструкции теряют свои свойства. Не исключено, что долгострой придется сносить. Пока же на этом месте стихийная свалка и пристанище для людей без определенного места жительства. Со временем, с погодными условиями, бетон имеет свойство терять свои необходимые свойства для строительства. Будет проводиться техническое обследование, после этого будет дана рекомендация. Возможно ли использовать и вводить в эксплуатацию такие объекты? На данный момент создается межведомственная комиссия. Ее участники будут решать дальнейшую судьбу недостроенных зданий. Каждый объект возьмут на контроль. В судебном порядке застройщиков обяжут устранять нарушения, аварийные объекты попросту будут сносить. Чиновники обещают, комиссия поможет сдвинуть с мертвой точки проблемы долгостроя в городе. Роза Сатканова, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Уральск. Итоги дня. Житель Петропавловска лишился квартиры из-за долгов 70 тысяч тенге за ком-услуги. Возвращать деньги за тепло и свет мужчина не спешил. Тогда энергетики обратились в суд. В итоге имущество должника выставили на торги. С начала года в регионе было продано 6 квартир злостных неплательщиков. На сегодня потребители задолжали энергетикам порядка 106 миллионов тенге. Около полмиллиона задолженники есть, которые имеют такие долги. Но это в основном начисления по тепловой энергии, которые мы прекратить никак не можем. И каждый отопительный сезон, начиная с сентября, октября, по май начисление идет. И к другим новостям. Причастность начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева к аресту алматинских врачей опровергает глава МВД. По его словам, ни министерство, ни прокуратура, где работал сын Кудебаева, следствие не вели. Следствие проводил третий орган, это служба экономического расследования. Никакого давления ни со стороны Министерства внутренних, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, и, вы знаете, санкцию дает всегда только суд. Столичные врачи проводят уникальные операции, удаляют опухоли, не удаляя поврежденные органы. Раньше такие операции проводили лишь в США, Южной Америке и Германии. Теперь, когда такая возможность появилась и в нашей стране, специалисты призывают пациентов довериться отечественным врачам. Лаура Байбачанова узнала о новом методе хирургического вмешательства. Для пенсионерки Алмы Конкаева ее диагноз стал шоком. У нее обнаружили опухоль правой почки. Женщина уже была готова распрощаться с жизненно важным органом. Но чудо совершили столичные врачи. Операция прошла успешно. И главное, почку сохранить удалось. Чувствую себя хорошо. Уже через 2 дня после операции я могла передвигаться. И шрамов нет больших, лишь 3 прокола. Ничего не болит. Сегодня обещают выписать из больницы. В республиканском онкоцентре каждая 5-я операция по удалению опухоли в почках. Болезнь – это сегодня самая коварная в онкологии, но теперь не самая смертельная. Казахстанские хирурги научились без разрезов удалять новообразование и при этом 100% сохранить орган. Раньше, лет 10-20 назад, проводились радикальные операции, уносилось
почка сама. Сейчас, учитывая то, что медицина не стоит на месте, в том числе и в Казахстане, мы проводим органосохраняющие операции. Если все злокачественные опухоли лечить на ранних стадиях, то эти заболевания, они вылечиваются. Органосохраняющие операции в Казахстане начали проводить в последние 2 года. В месяц в республиканском онкоцентре оперируют больше 50 человек. Все чаще стали выявлять и рак мочевого пузыря, и предстательной железы. Урологи бьют тревогу и призывают казахстанцев вовремя проходить обследование. А если болезнь обнаружили, довериться отечественным онкохирургам. Многие, к сожалению, пациенты наши не знают, что мы проводим такие операции. Такие малоинвазивные, уникальные операции. И многие пациенты уезжают за рубеж. И нам бы хотелось сказать, что мы проводим эти операции. То есть наша клиника, наш институт позволяет проводить такие же операции, как и в Южной Корее, как и в Штатах, и в Германии. В рамках ГБМП это все проводится бесплатно. Совершенно бесплатно в республиканском онкоцентре проводят обследование на выявление новообразований. Пройти скрининг и узнать свой статус, либо проигнорировать призыв врачей – выбор, конечно, у каждого свой. Но не стоит забывать, что от рака сегодня никто не застрахован. Лаура Байбачева, Аманжол Байгазин. Итоги дня. А в Алматы женщина с пересаженной почкой выносила и родила здорового ребенка. Такое в Казахстане случилось впервые. И долгожданная девочка появилась на свет благодаря грамотным действиям врачей. О маленьком чуде расскажет Алма Уразбаева. Давайте, тихо. Дочь, 23-летняя мама называла новорожденную в первые 2 дня. А вот сегодня ей дали имя Асиль. И не случайно, в переводе с казахского оно означает мед. В природе образования этого сладкого продукта процесс длительный и сложный. И в нем участвуют не только пчелы. Рождение Асиль тоже было непростым. Появиться на свет ей помогали всем миром. 15 лет ее маме Майре Туганбай врачи поставили неутешительный диагноз – хронический гломерулонефрит. Врачи старались, лечили, но через 2 года ситуация вышла из-под контроля, рассказывает Майра. Нефрологи, они лечили меня на гемодиализ и предложили пересадку почки. Сказали искать донора. Ну, наша семья согласилась, и мы искали донора. И донором оказалась моя сестра. То есть полностью подошла по всем критериям, да, по всем параметрам. Трансплантация стала новой точкой отсчета в жизни Майры. На здоровье больше не жаловалась, училась, работала, а в прошлом году вышла замуж. Тогда и возникла перед ней дилемма – познать счастье материнства или рискнуть, возможно, даже жизнью. Почка-то в любой момент может отказать. И я обратилась к Равиль Пашаевичу. Как трансплантолог, он знает все строение почек и все такое. Он согласился планировать. И мы планировали очень долго, он ознакомился со всеми рисками, со всеми патологиями. Есть много рисков. В первую очередь это риск потери трансплантата. Есть риски невынашивания ребенка, есть риски преждевременных родов, есть риски мертворождения, есть риск вплоть до потери самой пациентки. Соответственно, после тщательной подготовки, обследования было дано добро для возможной беременности. И все это время, то есть практически 8 месяцев пациента наблюдалось у наших специалистов. Когда Майра поступила в родильный дом, врачи собрали консилиум, расширенный. Диагноз роженицы вызывал тревогу. Присутствовало управление здравоохранения, директор нашего центра профессор Бодыков, все профессора кафедры, трансплантологи, которые дали шанс забеременеть и выносить такую беременность. В результате родилась здоровая девочка. Вот. На данный момент состояние мамы удовлетворительное. Вот. Да, она находится с ребенком. Ребенка кормит грудью. То есть все идет по плану, все хорошо. Врачи говорят, что раньше при такой патологии беременности выносить или родить здорового ребенка было невозможно. Сейчас в отечественной медицине новые технологии. Они дают шанс познать счастье материнства. В случае с Майрой Туганбай обнадеживает многих. Приложить ребенка к груди, испытать нежность и любовь к нему – эта мечта для них становится реальной. Алма Уразбаева, Радик Джакупов. Итоги дня. Алматы.
На востоке страны медики призывают молодых мам воздержаться от посещения больниц и общения с родственниками. Новорожденные уже второй месяц не получают прививки от туберкулеза. Японская вакцина БЦЖ отозвана из республики, новая еще не закуплена. Такая ситуация вызывает массу неудобств не только новоиспеченным матерям, но и их родным. Подробности у Анелии Симбердиной. Вот такую кипу бумаг пришлось собирать в роддом Анастасии Летовой. Побегать по клиникам пришлось не только молодой маме, но и ее мужу и старшим детям. В больнице уроженницы потребовали флюорографию родных. Ну, конечно, сначала был шок, как так, а потом, ну, что делать? С пониманием отнеслись, конечно. Прошли флюорографию, муж, дети, все справки получены, все подготовлено. В данный момент все в больницу предоставлено для выписки. Без этих бумаг ребенка домой не отпустят. Таков приказ облздрава. Врачи пытаются максимально обезопасить окружение непривитых малышей. В регионе сейчас флюорография вообще одна из самых популярных процедур. Сейчас по приказу у нас мы сейчас требуем эти все документы, так как есть риск заболеваемости у ребенка, так как он не привитый, и есть большой риск, что он может этой инфекции заразит. Молодая мама Асель Абышева признается, помимо обязательной флюорографии есть и другие неудобства. Порой приходится ограничивать общение. Муж рентген сделал, близкие, мама, папа тоже все рентген сделали. Хотим ограничить количество людей, пока не получим прививку. Медики же советуют новоиспеченным родителям не гулять в местах массового скопления людей и даже не ходить лишний раз в больницу. В таком режиме им придется пожить еще пару месяцев, пока в Минздраве не закупят новую вакцину. Самим закупать вакцину не обязательно и не нужно, потому что это все будет закуплено у единого дистрибьютора, единовременно по стране. Это будет одной серии. Соответственно, она пройдет регистрацию, необходимую сертификацию, и она будет действовать на территории Казахстана согласно национальному календарю прививок. Минздраве тем временем заверили, отозванная японская вакцина безопасна, но почему-то в закупе участвуют производители из Индии. Сама тендерная процедура займет предположительно 2-3 месяца. Родители же переживают, не возрастет ли за это время количество заражений туберкулезом среди малышей. И просят ускорить процесс, ведь от этого зависит здоровье их детей. Анна Сенбердина, Аслан Тулепов. Итоги дня. Усть-Каменогорск. 5G-интернет появится во всех областных центрах страны в 2023 году. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Пока тестовые испытания мобильной связи провели в столице и в Алматы, на очереди Шымкент. Эти же города станут первопроходцами по внедрению нового 5-го поколения мобильной связи. Тем не менее, глава Кабмина отметил дороговизну очередного стандарта и поручил адекватно использовать его возможности. Внедрение нового поколения связи коснется не только сферы телекоммуникации, но и даст толчок к появлению и развитию новейших отраслей промышленности в стране. Это актуальный мировой тренд, однако 5G является очень дорогим видом связи, поэтому необходимо адекватно определять приоритетность использования 5G. Тестовые работы по внедрению нового стандарта уже успешно провели в Нур-Султане. В 2020 году должны быть разработаны соответствующие проекты по эффективному использованию 5G в регионах. И сегодня же глава Кабмина провел второе заседание диалога по инвестсотрудничеству Казахстана с Евросоюзом. На встрече с аккредитованными главами дипмиссии ЕС Аскар Мамин обсудил вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, продвижения экспорта, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и окружающей среды. На европейские страны приходится больше половины прямых иностранных инвестиций в Казахстан. С 2005 года ЕС инвестировал уже около 150 миллиардов долларов. Он выступает крупнейшим торговым партнером нашей республики. Другим темам. Сегодня отмечается Международный день пожилого человека. Сейчас в Казахстане проживают 2 миллиона 190 тысяч пенсионеров. Из них 1270 человек – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Один из старейших ветеранов Семен Акимович Данилин сегодня празднует еще и 105-летний юбилей. Фронтовика со знаменательной датой поздравили представители Национальной гвардии и МВД. Ветеран проживает в Уральске и каждый свой день рождения встречает гостей при полном параде с орденами и медалями на кителе. Оркестр под окнами ветерана – особый подарок фронтовому запевали. Спел он и с гостями, пришедшими поздравить его со 105-летним юбилеем. Три танкиста, три веселых друга,
экипаж машины боевой. Присоединяемся ко всем поздравлениям. Крепкого здоровья вам. Я прибыл сегодня сюда, чтобы поздравить Семена Кимовича с юбилеем, 105-летием, пожелать ему доброго здоровья, долгих лет жизни, и чтоб мы и с ним встретились на 75 лет Великой Победы. Семен Акимович пешком прошел всю Великую Отечественную в составе Днепропетровского минометного полка, освобождал города Украины, Венгрии, Чехословакии и Польши, а День Победы встречал в Кёнигсберге. Домой ветеран вернулся в звании старшего лейтенанта. С воинской службы он не захотел расстаться и вплоть до отставки в звании полковника прослужил во внутренних войсках МВД. Счастлива и горжусь таким человеком. Не только, в принципе, то, что это главный член нашей семьи, а то, что в нашей стране живет такой человек, как Данилин Семен Акимович, который защищал нашу родину, который, мне кажется, пример для всех людей. Желаем деду только здоровья, говорит семья ветерана, окружающая его любовью и заботой. Семен Данилин вместе с супругой воспитал 3 дочерей, а в этом году отвел в школу 1-го праправнука. Ботагоз Базарбаева, Канат Махмутов. Итоги дня. Западно-Казахстанская область. 86 пианистов подготовила за годы работы в колледже искусств Петропавловска Елена Мещеркина. Ее учеников даже называют наследниками Бетховена. А преподаватели персоне фантастики, как ее прозвали коллеги по цеху, расскажет Зайра Джакупова. Басы поглубже. Романсы Чайковского, Рахманинова, Шопена, Дебюсси, Равеля. Репертуар, который Елена Мещеркина переиграла от ноты до ноты, сейчас осваивают ее ученики. Эти кадры были сделаны на самом пике творческого пути Елены Михайловны. Ошеломляющий успех принесло выступление с Рубеном Лисицианом. Вспоминает пианистка, знаменитый вокалист тогда высоко ценил ее талант. Я совершенно не ожидал встретить в этом городе провинциальном такого тонкого профессионального пианиста. Мне было очень приятно. И написал потом мне письмо, которое я храню до сих пор, которое заканчивается там: «До свидания, талантливая мимолетная фея». С фортепиано она не расстается с 5 лет. Любовь к музыке в детстве проявлялась настолько, что порой она даже играла на воображаемых клавишах. К слову, вся ее семья была творческой. Обладательница абсолютного слуха училась в школе-интернате имени Куляш Байсиитовой вместе с теперь уже выдающимися деятелями культуры. Аккомпанировала Бибигуль Тулегеновой. За 40 лет работы в колледже искусств подготовила 86 талантливых пианистов. Это Руслан Хамидов, мой самый первый лауреат. Коллеги называют ее выпускников наследниками Бетховена. Лауреаты всевозможных конкурсов. Елена Холма уже на протяжении многих лет вот в Италию ездит. Там у нее целая плеяда учеников. Нужно более точно, более легко и немножечко быстрее. Основательница школы фортепиано продолжает раскрывать таланты. София Масленникова на занятия пришла 15 лет назад. На счету юного дарования несколько высоких наград. Для меня было как открытие, что музыка может дышать, передавать что-то. Ну, очень часто Елена Михайловна всегда подбирает правильные произведения, которые, ну, я хочу играть, которые я чувствую, я их проживаю. И это все, она все этим напитывает, и это хочется выдать. Жаль, что учить будущих музыкантов приходится на старых инструментах. Особенно тяжело, когда некому их настраивать. Несмотря ни на что, педагог остается преданным своей профессии. Где родился, там сгодился. Вот эта поговорка, она по жизни со мной. Я знала, что я сюда вернусь, и для своей родной земли я буду делать все, что я могу. И вот по жизни я здесь, я никогда не предавала свой город, свой колледж. Недавно отличник образования Казахстана отметила свое 70-летие, но бросать дело всей своей жизни учитель не собирается, ведь без музыки она уже не сможет. Зайра Джакупова, Тольгин Иманов, итоги дня, Петропавловск. Далее выпуски новости спорта, с ними познакомит Тимур Казагулов. Тимур, приветствую, тебе слово. Привет, Ботагоз. Снова мы на спортивной волне прямого эфира. Сегодня расскажу про хоккей, теннис и футбол. В
В столице начался международный турнир по теннису «Нур-Султан Челленджер». Участие в спортивном состязании серии ATP «Челленджер» принимают теннисисты более чем из 20 стран мира. Это 48 спортсменов в одиночном разряде и 16 парных. Казахстан тут представляют такие теннисисты, как Александр Недовесов, Денис Евсеев и Дмитрий Полко. Организатором «Нур-Султан Челленджер» выступила Республиканская федерация тенниса. Отмечу, что это второй по величине турнир среди мужчин-профессионалов после Кубка президента. Побороться есть за что. Призовой фонд турнира больше 54 тысяч долларов США. Мы этот турнир рассматриваем как важный этап к подготовке к Кубку Дэвиса, подготовку к Олимпиаде в Токио на следующий год. Да, Кубок Дэвиса – это очень важное событие, которое состоится в Мадриде в ноябре. И, конечно же, очень важно подготовить наших парных теннисистов, которые здесь участвуют. Парники наши Недовесов, Хабибулин, конечно же, участвует и Дмитрий Попко в одиночке. И это можно рассматривать как подготовительный этап. Знаете, рассматриваем все варианты, как, кто будет играть к Кубку Дэвиса. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Пожалуй, все эти психологические стадии испытали болельщики столичного хоккейного клуба «Барыс». Команда вчера крупно проиграла китайскому клубу «Куньлун Ред Стар» прямо у себя дома. Хоккеисты Поднебесной прервали победную серию «Барыса». Напомню, на лед наши ребята вышли, имея за плечами 4 победных игры подряд. В первом периоде была заброшена всего одна шайба, забили гости. Во второй части игры «Барсам» удалось переломить ход матча в свою пользу, забили Иро Покаринен и Роман Старченко. Однако «Драконы» смогли уравнять счет. Заключительная 20-минутка стала фатальной. Сразу 3 шайбы влетели в ворота «Барыса». 5-2 победа гостей. Ну, на сегодня все. Встретимся завтра же в это же время в ежедневном обзоре спортивных новостей «Батагоз. Эфир твой». Спасибо, Тимур, а мы продолжим. В Шымкенте прошел специальный показ казахстанского фильма «Бекзат». В картине, снятой по заказу агентства «Хабар», режиссеры экранизировали историю боксера Бекзата Сатарханова. Он погиб совсем молодым и на пике своей спортивной карьеры. Зрители спешат занять свои места, чтобы увидеть долгожданный фильм. Это закрытый показ, и сегодня полный аншлаг. Помимо СМИ сюда пришли студенты, деятели искусства и, конечно же, спортсмены. После он стал олимпийским чемпионом. Флаг народа нашего казахстанца флагом поднял. Почему нет? Вот это стимул дает нашим молодым. Первыми, кто оценил кинокартину, были родители олимпийского чемпиона. Сегодня они тоже в зрительном зале. Признаются, будто прокрутили жизнь на много лет назад. Молодежь посмотрит фильм про Бекзата и, надеюсь, он произведет на них впечатление. Многие, думаю, даже изменят свою жизненную позицию. И вот, наконец, свет в зале гаснет. Все затихают в ожидании. Фильм основан на реальных событиях. Детство, переустановление и последние моменты жизни Бекзата Сатарханова. Целеустремленный парень из небольшого аула в Туркестане смог прославить свою страну на весь мир. Это первая автобиографическая драма о спортсмене. Ее инициатором выступило агентство «Хабар». Мы специально в год молодежи при поддержке Министерства информации и общественного развития решили сделать такой проект, подарок для наших зрителей. Если бы Бекзат был бы жив, ему бы в следующем году исполнилось бы 40 лет. Прошло более 20 лет с того момента, как мы его потеряли. Но за эти 19 лет все молодые боксеры, все спортсмены чтили и уважали его формулу успеха. Главную роль в фильме сыграл молодой актер Самат Азимкулов. Он является дважды чемпионом Казахстана по кикбоксингу. Признается, что ему очень важна реакция зрителей. Бекзат Сатарханов был моим кумиром с детства. Я многое о нем хотел узнать. Еще в 8 классе сказал своим одноклассникам, что обязательно постараюсь стать таким, как он. Для меня большая честь участвовать в фильме про выдающегося спортсмена и сыграть главную роль. Картина никого не оставила равнодушным. Зрители выходили из зала и говорили, что фильм смотрится на одном дыхании. Посмотреть и оценить новый казахстанский фильм «Бекзат» можно будет в кинотеатрах с 3 октября. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Шымкент. Итоги дня. И на этом у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте khabar.kz. Всего доброго и до свидания.